Несут по своему стаде. Несут по своему. Итак, я пошел переспросил. Там вот автобусная остановка есть. Там какие-то автобусы, в общем, ходят. Надо спрашивать. По-моему, 11-12. И сюда будет возможно залезть, конечно. Então a gente chegou em Jaén, mas agora você tem que pegar um ônibus, alguma coisa para o festival. Olha, como já está cheio. Olha lá, tá na frente. Ну, слава богу, не туда, вот сказали. 1.77 туда идет, вот как раз там святые чуваки. Ну, тут сюда, мне кажется, легче попасть все равно. Хотя относительно. Мы, как ни странно, еще и нашли место. Вообще просто бомба. Então a gente conseguiu ônibus para Comela, com Camela, sei lá, direito. Não sei se tem que pagar ou não, mas vai levar a gente para lá. Скажу, что мы идем не пешком. Перед автобус, скорее всего, бесплатный, потому что у нас пока денег не взяли. Но мы, все видимости, уже приезжаем. Очень долго. Мы попали в глубокую пробку просто. Мы просто тупо стоим. Машин огромное количество, людей огромное количество. Не верю, что это видно, но я думаю, что мы еще минут 20, полкилометра, километрик проедем. В общем, какое-то безнадежное. Тук-туки, куча-куча людей просто, толпа плывет. Так что будем туда добираться. На лобовом стекле, как вы видите, фотография Иисуса. Какая-то карета вон золотая. Там явно серьезные пацаны сидят. В общем, не пройдет и часа, и мы доберемся еще чуть-чуть подальше. Итак, мы решили выпить сока по 20 рупий. Из Сенки. Из там. Провинчера пес. Маля. Все натурал. Шикарно, из 20 рупий сок натуральный. Чуть прохладненький, так что надо. То, что надо. Идеально. Надо будет взять два. В общем, пока что я еще не понял масштаба трагедии, которая тут произошла.
все куда-то идут, поэтому 50 по 50 миллионов точек и бывает. Постоянный поток машин то в одну, то в другую сторону завезли куда-то на автобусе. Он, видно, идет по кругу. В общем, мы пока тут кинули вещи, пьем соки. 20 рупий стоит сок натуральный. Это примерно 5-7 гривен, стакан мангового сока такого вот. Вот, собственно, и все. Не будем что-то думать с этим, спрашивать, с тем, где, там, где остановиться. И мы решили заодно еще попробовать, пока недорого, один из чисто вот этих ананасов. Да? Натуральный фреш из ананасов. Я такого даже, честно говоря, наверное, не пробовал. Манго все равно люблю больше. Он такой сладковатый, слишком сладкий. Тут слишком хороший. Даже слишком сладкий, честно. Вот так вот готовится этот манго. Практически чистый манго-сок. Только льда там нормально. Ну, очень даже, с 20 рупий более чем круто. В общем, сейчас будем кого-то спрашивать и пытаться заломиться в этот лагерь. Мы проехали весь лагерь на автобусе, и теперь я не знаю, честно говоря, мы с этими сумками как пешком будем назад возвращаться, сейчас уже очень жарко. Хотя 10 часов утра всего мы уже добрались, молодцы какие заранее. Но что-то мне кажется, что мы как-то перебрали, слишком уж проехали до конца. В общем, сейчас будем спрашивать. В общем, узнал я у людей, вернее, меня посылают, правда, в разные места время от времени, но подошел к какому-то кафе, говорю, Pilot Babaji Place, вот это хороший, в общем, мужчина Pilot Babaji, и, в принципе, мы у него могли бы остановиться, если у него есть места. И подхожу к кафе, говорю, Pilot Babaji, они говорят, что это, ну, короче, вообще не понимают на английском языке. Но специально, короче, чуть ли не поспрашивали всех посетителей кафе, нашли одного парня, который знает английский. Он спросил у них, они перевели ему, короче, сказал, что нужно вот по этому мосту идти 1.5 километра туда, влево, получается, либо вправо отсюда. Вот, в общем. И, собственно, все, сейчас попробуем туда пойти. Если найдем, пробуем пойти назад. Сейчас, правда, достаточно жарко, чтобы этой фигней заниматься, но что делать? Надо где-то останавливаться. В общем, мы пока прокачанные. Мы говорили индийцам оставить их, вот эти две сумки у себя. И пока мы с нашими рюкзаками пройдемся и найдем вот это место, где нам надо остановиться. И потом вернемся к ним, еще попьем сачка. У тех же, в общем, ребят мы остановились, у которых хотели... у которых мы, вернее, уже попили сок. И сейчас пойдем искать Pilot Babaji. Então, gente, agora a gente deixou nossas mochilas lá. E agora a gente vai encontrar, tá procurando o lugar do Babaji, pra ver se tem algum lugar pra gente dormir hoje, pelo menos. Se, aí a gente deixou lá, porque a gente não sabe se vai ter ou não. Aí fica carregando peso. Aí eles deixaram a gente deixar nossas mochilas lá, a gente pegou, claro que dinheiro, computador, as coisas aqui na nossa mochila. Deixa essa só... life hack, essa é interessante. Só deixou as roupas lá, agora procurar. Ele parece bom, rapaz. Ah. Ele vende suco bom. É, o suco é muito bom. É... Aqui tem muita gente, tá meio, muito confuso. Não muito, 20, 30 milhões. Eu só vi, acho que 3 gringos, mas o resto é tudo indiano. E quase ninguém fala muito inglês. A gente também não fala super bem, mas pelo menos algumas palavras muito difíceis de encontrar. Вот какой-то такой местяк мы нашли. It's ready for us. Thank you. Pergunta. Итак, вот в этом местеке 7500 за ночь. Это $100. Итак, мы поняли, что это не вариант. Это в 7,5 раз хуже, чем в Мумбаи. Еще и в палатке. Это очень странно. Так что мы пойдем пока дальше. Так искать Pilot Babaji. Так и сказали, что он, да, 1.5 километра туда.
Будем пытаться найти. Well, but you can choose two bed any. And how much is this? Huh? How much is this? How much? В общем, такое вот местяк на кучу. Как странно. Okay. Так сказали, что по 500 стоят койки. Койки. По 500. И вот так вот. Это дороговато. Это не дороговато, это охренеть как дорого, я бы сказал. Если другие выражения не подбирать. Так мы попробовали тут этот ласи, пока у нас депрессия. Туда довольно далеко идти, искать Павла Табаба. Мы пока сели, короче, в кафе. За 25 рупий такой ласи. Вот это ласи вкусное. Советую его попробовать. Ласи де лейте конденсадо, muito bom. Ainda gosto mais do outro, no saco, que é menos doce, mas esse aqui é muito doce, mas é gostoso, gostei. Это просто ад, вы просто не поверите, я не знаю. Конечно, человеческой тупости нет предела. В общем, там комната, я бы вам уже показывал. Она стоит, он говорит, 1500. Мы в такую комнату. Она просто отвратительная. Ну, не то чтобы просто отвратительная, в принципе, там ничего нет. Просто кусок деревяшки лежит. И такая достаточно просторная комната. Он говорит, или в бараке, вот в таком вот бараке, говорит, за 1500 можете поселиться. Надо, кстати, у него глянуть. Скизару ляндон дэнто до барака. Вот тут 1000, наверное. Вот в таком вот бараке жить 1000 стоит. Мы говорим, не, чувак, у нас... Говорим, не, чувак, у нас есть наша палатка. Давай мы за 100 рупий снимем. Он говорит, 500 рупий. Я говорю, 100. Он говорит, ну давайте 200. Я говорю, 100. Он такой, ладно. Я говорю, еще будем пользоваться вашим душем этим. Он говорит, это не душ, а с краника вы в ведро наливаете и поливаете свою голову. Я говорю, отлично. В общем, за 100 рупий в день мы сняли на Кумхамеле место для нашей палатки. Я же говорю, что я не зря 2 месяца таскаю. Сегодня ровно, по-моему, 60 дней я таскаю на своих плечах. Вернее, я не таскаю все время, но время от времени я ее потаскиваю. Так что, в общем, такой вот лайфхак. Фрукты тут достаточно недорогие. Так... Итак, мы все-таки переселились. Вот этот вот странный, недостроенный отель, хостел, не знаю. В общем, он диковатый, конечно. Диковато, но мы с хозяином вроде как-то более-менее договорились. Можно, кстати, вот тут вот было бы просто поставить палатку и вообще не париться. Интересно, чей этот местяк. В общем, тут тоже какие-то палатки. Вот тут есть какие-то грязные места, обкаханные. В принципе, тут можно палатку тупо поставить на ночь. Я думаю, что никто не будет против. Тут даже, как ни странно, есть розетки. Только нет туалетов, а получается и воды. Но все остальное тут просто зашибись, как вы видите. Вот такими вот странными впечатлениями нас и встретила Кумхамела. Как вы уже видели, если попытаться снять какую-то более-менее неплохую комнату в палатке, то будет около $120, а то и под $150 в день нам называли цену. А койко-место из того, что нам получилось найти, стоит около 500 рублей. Что также, как вы понимаете, не очень дешево, особенно учитывая, где это находится. Учитывая, что на Кумхамел вообще приезжают десятки миллионов людей. В стране, где средняя зарплата также, наверное, около $50 США. Так что лично я не ожидал тут такого уровня цен. Я наоборот
думал, что будет все достаточно дешево, учитывая какое количество народу, и что все они относительно нищеброды эзотерики. Лично мне кажется очень маловероятным, что все бобы эти снимают по той же цене. Какое-то жилье, возможно, они просто вообще ночуют у открытого неба, так как довольно тепло. Также вполне возможно, что это просто мы такие гринго и не можем найти ничего подходящего. Ну хорошо, в следующей серии мы еще обязательно с Габель сходим, прогуляемся вокруг, посмотрим, что еще можно снять, так как вы видели, мы в не очень хороших условиях сняли свои же палатки, так что изначально, видите, нас не очень хорошо встретил Кумхамела. Ну, в общем, посмотрим, как что будет дальше. Также вы увидите, в каких условиях реально мы остановились. Так что подписывайтесь на наш канал, если вы еще не успели этого сделать. Пишите свои комментарии, если вы также были на Кумхамеле, рассказывайте, за сколько вы там оставались и где. Ну и, конечно, поддерживайте нас, ставьте лайк, если вам понравилось данное видео. И пока-пока, увидимся с вами в следующей серии.